Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Волгограду установили факт незаконного предпринимательства. По версии следователей, учредитель строительной фирмы в период с ноября прошлого года по начало июля текущего в песчаном карьере поселка Горная Поляна без регистрации и лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность по добыче и реализации песка. В результате незаконной деятельности был получен доход на сумму более 20 миллионов рублей. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в организациях-контрагентах следователи и оперативники обнаружили и изъяли бухгалтерскую документацию, 6 единиц грузового автотранспорта и экскаватор, а также незарегистрированное охотничье ружье и 20 патронов к нему, принадлежащие одному из подозреваемых. В настоящее время на технику, 6 грузовых автомобилей и экскаватор наложен арест. В рамках расследования уголовного дела назначены и проводятся специальные экспертизы. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий продолжается.